Югорские медики получили несколько тысяч защитных костюмов. Специальные комплекты для персонала лечебных заведений региона передала компания «Сибур». Костюмы изготовлены из полимерного материала и имеют необходимую степень защиты. Они обеспечат безопасность врачей при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Эти костюмы предназначены для врачей и в ближайшее время будут подписаны все необходимые документы о приемке данных костюмов. И, соответственно, уже будет передача в больницы автономного округа.